Всем привет, с вами Егор, и мы продолжаем прохождение игры SnowRunner по бездорожью. Итак, мы на Аляске, карта Горная река. Выполняем очередное поручение, кирпичи в реке. Мне нужна помощь, я перевозил кирпичи на склад, а они свалились в реку. Нужно, чтобы кто-нибудь выловил их и доставил по назначению. Да не вопрос, я уже отметки поставил. Надо спуститься, но нужно как-то аккуратно туда. Поехали. Сейчас развернемся. Опять же, задание это будем выполнять на КАМАЗе 4318 от автора кота. Хороший КАМАЗик, мне понравился. Покатаемся. Сейчас только развернуться нужно, чтобы туда к реке спуститься. Прицеп у него ураловский стоит, а здесь и развернемся на заправку. Манипулятор я вам поставил, я сразу, как только, тут же гаража нету, сейчас заправлю сюда, тут гаража нету и это самое. Есть он, по-моему, да, Северный порт есть и Белая долина, и все. Ну, я с Северного порта перегнал сразу КАМАЗа. Сразу прицеп поставил. Манипулятор. Уже знал, какие задания тут будут. Правда, еще одну машинку нужно перегнать. Мод Дарилон. Да я и хочу выполнить там кое-какие поручения. Там нужно катерпиллер, по-моему, отремонтировать и отогнать. Так, 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 стоп, 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 стоп. Тихонечку. Сейчас так припаркуюсь, потом все равно нам по реке ехать. Изменить режим. А, давайте подвесочку изменим. Изменим опоры. О, как классно спал сразу. Лицом к кирпичам. А тут манипулятора будет нормально как раз. Отлично. Оп. Шикарно. Так, следующий кирпичик. Так, нужно немножко сдать, наверное. На пониженной по камушкам. Тут поручений вообще немного, конечно. Не знаю, что так на Аляске. И они все такие, так сказать, не особо сложные. Блин, встал, короче, именно. Да ладно, сейчас. Сейчас как-то достану его. Тихо, 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 тихо.
Блин, у меня ж там одна опора криво стала, короче. Ложим, ложим, ложим. Сейчас упакуем, там ничего страшного. Все отлично. Так, следующий. А, вон он. Манипулятор крутится. Все. Все, отлично. Так. Вот эта точка. Рядышком уже. Сейчас надо поймать эту. Где эта дорожка, блин? Нужно сдавать назад. Да, тут так, конечно, по этой реке. Ну, не очень хорошо ездить. По этим камням, особенно задом сдавать. По льду, стоп, 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 стоп. Блин, соскочил, блин. Да, ну КамАЗом красава. Выйду. А подвеску можно опустить. Поехали. Все, порядок. Слава Богу, вы меня от большого штрафа спасли. Вот, возьмите. Ну, 210 опыта, 1800 кредитов. Так, а сейчас, ребята, я хочу вам мод показать. Здесь осталось 3 поручения. Я их не хочу выполнять ни КамАЗом. Тут надо перегнать Катерпиллер, прицеп и... караван какой-то доставить на станцию обслуживания. Сейчас мы перейдем в гараж. Я сюда перегоню мод. Попробую, уже скачал, хоть покататься на нем. Дерилонг он есть, и ну, стандартный именно машинка есть. В магазине продается, но это именно модифицированный. Ну, типа автор говорит, как, какой должен быть мод. Так, где он у меня, блин? Вот он, ребята. Я его, с вашего позволения, уже, по-моему, улучшил. Ну, давайте посмотрим. 3 движка.
все моща, конечно, у них. Ну, я еще двигатель не улучшал, оказывается. У него бак, емкость бака 500 литров. В принципе, можно, ну, давайте, я поставлю вот этот на 300 кпавер какой-то. 15,2 литра. GVC, да. Еще какой-то GVC. Но этот расход топлива, ну, сумасшедший просто. Лучше давайте я средненький поставлю. Там не особо. Коробка передач. Ну, я ее оффроуд поставил, я так понял, вездеход. Подвеска. Это нормальная, какая-то высокая, по-моему, и активная. Ну, активная, сам это, мне нравятся активные шины. Шины здесь, правда, в разброс, ребята. Так сказать, смотрите на характеристики колеса. Вот, допустим, для льда даже. Для льда, но они все вместе, видите. Для льда, для грязи, для бездорожья и на трассе. Здесь только для бездорожья, грязи и на трассе. Ну, короче, тут надо смотреть аккуратно, чтобы не поставить. Ну, в принципе, на льду вот отлично. У меня эти стоят и на льду. Они все в куче, короче. Ну, их не так много, в принципе. Ну, я себе такие, видите, там шипы. Да, шипованные. Смотрите, какие красавцы. Классные колеса. Ну, лебедку я себе выбрал. Третий вариант. Автоном 30 метров, я так понял. Так, по поводу модулей. Ну вот такой. Это чисто борт какой-то такой. Интересный такой, без заднего этого самого. Без борта заднего. Не знаю как. Ну, можно будет попробовать что-то возить. Металлбалки или. Передний распуск есть, кран, лесопогрузчик есть, платформа, кунг, модуль лесовоза тоже на коротких бревен, для перевозки коротких бревен, ремонтный модуль, ну все такие моды есть, вот опять же есть такой грузовой кузов с бортом, цистерна, во, блин, класс. Такая вот тоже топливный бак, классный такой. Еще какой-то модуль ремонтный, детали для ремонта 500. Ну вот я не знаю, взять ли мне этот модуль ремонтный. Сейчас посмотрим, короче. А, ну тут уже, тут нельзя. Манипулятор. Высокое седло, низкое седло. Такой вот погрузочный кран большой, блин, мощный какой-то. Специализированный кран, самопогрузчик, установленный на шасси семейства Татра. Ну, еще одна цистерна. Еще какой-то Mount Witch для ремонта, короче. Ну, это вот эта лебедка, типа. Witch, это же, я так понял, лебедка, по-моему. Мощная какая-то лебедка. И к ней там детали для ремонта, запасные колеса, топливный бак 300. Вот это еще какая-то фигня. Детали ремонта 200, запасные колеса, топливный бак. Ну я так понял, это типа тоже лебедки, короче. Что-то типа такое, да, уси мощные, как вот это, знаете, как их называют. Ну, нам на трассах видно это самое. Спасатели какие-то вот эти, что показывают. Вытягивают машины, там фуры вытягивают. Что-то типа такого, я так понимаю. Так, ну у меня тут две установлено. Низкое седло. И это, ну я думаю... Думаю поставить вот такой вот модуль. Ну ладно, поставлю этот модуль за 300. Детали ремонта, все такое, короче.
Так, дальше смотрим. Тут вот бампер, видите? С лебедочкой или такой серийный. Ну, тут этот, как его, блин, мигалка вот сверху. Ну, фишек всяких таких немного. Шноркель, диски два вида, вон можете закрытые такие, колпаки какие-то. Ну, покраски вот тут тоже немного, смотрите. Ну, это, конечно, такой. А видите, и сразу и кузов красится. Клац, клац. Черный такой цвет. Прикольный. Интересный грузовичок. Нет, мне как-то вот больше вот этот, наверное, нравится. А, последнее. Ну, фигурки есть, да, у меня вот с торпом стоит и аксессуары, да, и все, в принципе. Ничего такого. Ну, поехали, вот, посмотрим. Свет, ну, у него этих нету, прожекторов никаких. Внутри, ну, внутри так себе, так сказать. Я, кстати, не помню, как в этом... Дарилонг, что в магазине продается. Насколько он отличается там. Ну вот внутри. Ну не особо так. Ну минус то, что тут видите, лобовое, ну какая-то как. Знаете, запотело что-то такое, короче. Ну а вид с улицы, то, в принципе, так ничего. Ну поехали, покатаемся, посмотрим. Перегоним его. Проедемся по бездорожью, посмотрим как это. Ну видите, лобовое стекло, но оно хреново видно, короче. Автор, по-моему, да, Glitworks, вот бы исправил бы этот баг или что там. Недоработка. Так с улицы хорошо видно, вот, все ярко. Я заметил, у многих модов такая проблема. Лобовое прямо, ну, ничего не видно толком. Уже сделано так, ну, размерзнется через полчаса, то нафиг оно надо. Типа отогреет. Так, давайте подвеску поднимем на ячок. Ну, вот он такой красавчик, в принципе. А, видите, у него и задние колеса поворачиваются. Не средние, а именно передние и задние. Его подвеска, я смотрю, не особо спасет. Именно бампер все равно будет цеплять. Ну да, видите, бабах, бабах. Да, ну, ну это, конечно. Машина не для такого бездорожья. Подымай, хоть не подымай. Ну так он проходим, в принципе.
Так, мне нужно на переход. Ага. Не, видите, лобовое так оно не меняется. Так, в принципе, с пивом покатит, так сказать. Уже мододелы не знают, что придумать. А он, ребята, сам едет, походу. Я его даже не это сам. На первой передаче сам едет. Даже на нейтралке, то есть. Ну, есть такая фишка, если передачу включаешь, чтобы на КамАЗе можно было отпустить сцепление первую, и, ну, он сам, походу, кажется. Ну, тут либо с горы, либо у него такие... Накат такой. Либо это такой баг, что ли. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Покатаемся на нем немножко. Вот эти три поручения я уже попробую выполнить на нем. Оставшиеся. Там уже перейдем в Белую долину. Посмотрим, какие машинки у меня еще есть. Мерседес там есть. Ну, как-то я не знаю. Ну, это Дарилон, конечно. Мощный автомобиль. Но он такой, как бы, как сказать вам, как неестественный, что ли, не знаю. Ну, посмотрим. Все, ребята, спасибо вам за просмотр. Ставим лайки, кому нравится. Комментируем, подписываемся на канал. Всем добра, мира, здоровья. Удачи и пока.